Ребяточки, всем привет, привет, там питерская жизнь. Ой, что там сегодня? Где у нас подсветка? Я не понял. Нет, на Ромен Азава. Вот, мы хотим сегодня прогуляться. Пойти? Да, Ромен Азава, очень хочется карри. Такой, знаете, легкий, расслабленный день. О, кстати. Мы сегодня кайфуем. Обрати внимание на номер. А, и что? Это счастливый? Это номер. Там, где нарисовано, можно, да? Купить. Да, 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 да. И причем, кстати, такие номера у них очень дорого стоят. Там по несколько миллионов бат даже. Да. Доходит. Последний раз был. Это 3 семерки, 9. С видом какого-то храма. Да. Был номер. Его пробили за 17 миллионов бат. Короче, здесь есть очень богатые люди. Вот. А эти номера считаются счастливыми. Мы сегодня никуда не пошли, ничего не делали. Сегодня чисто, знаете, гуляем, кушаем, отдыхаем, балдеем. В общем, сегодня расслабленный денечек. Сейчас идем по вечернему Чонтьену. Вот, потом хотим проехать прямо до храма и идти прямо в нашу сторону. Хотим посмотреть, что там с рынком, как там ривьерка наша поживает. Гуляем. Сегодня. А идем сейчас сначала в Ромен Азаву. Маленько там вкусненько прикусим. Ну, так не нажраться, а так чисто по одному блюду. Просто перекусить, реально. Да. Да, вы знаете. Японская кухня. Да? У нас сегодня такой ленивый день. Ленивый день. Кушаем, плаваем, сгораем. Вот такая жизнь. Как говорится, чтобы я всю жизнь так жил. Такая легкая атмосфера. Спокойная. А вот Вовчика держу за ручку. Такая прогулочка. Ах, Кусь-то гагач. Идем так, и важное. Прямо осем. Класс. Люблю я Таиланд. Вот знаете, вот первый раз вот попали, рада. А вон уже и Ромен Азава. От нас буквально 3 минуты. Самое вкусное Ромен. Ой, карри. Ням-ням-ням. Сейчас по тарелочке тяхнем. И все. Здесь рядом есть вот такая вот кафешка с мороженым. Вот. А сам Ромен Азава вот здесь находится. Рядом обменник. И прочее. Та-та. На улице такая классная погода, можно на улице сесть. Это там сидим. Так, вот такое вот меню. Ой, мне вот это очень нравится, с омлетиком. Очень вкусно. 100 бат, да, стоит. Вообще, кстати, недорого. Да. А там такая порция большая. Есть он, смотри, с этим вот, с какого? С рыбкой тут вон 190. Есть сеты всякие разные. Ты что хочешь-то? Острый раменчик. И цены, вот видите, какие? 100, 110. Совершенно... А, вот это, кстати, курочка очень вкусная. Обалденная. Угу. Можно с сетами взять. Вот. По-моему, ты сетом брал, да? Как-то. Вот такой вот сет, видите. Супчик есть. Ну, я, честно, я наедать вообще не хочу. Я чисто возьму себе одну. А вон твоя любимая это, с мяском. Кстати, очень тоже вкусный рис. Вот поэтому сюда очень многие приходят и возвращаются. Напитки, правда, не очень разнообразные. Но вот карри они здесь готовят прям пушка. Это пушка-бомба. Короче, вот такой вот чикен возьму. С рисом. Курица, карри с рисом. А, вот, видишь, смотри. Прикольно вот это вот. Или может вот такой взять? Не, я хочу с лапшичкой вот с этим, вот, с омлетиком. Она так вкусно делает, он жиденький такой. Прям обалденно. Сейчас сделаем заказ и будем, кажется, болтать. С таким прекрасным видом. Ну, вид, правда, не очень же, потому что темно. Но, тем не менее. Вы знаете, вы так подумали, что-то мы много пятниц тут пропустили. А тут, оказывается, есть пиво Асахи в разлив. Вот, то есть вот разливное в кружках, там все дела. Поэтому что, мы взяли пивка Асахи в разлив и покорились. Вовка тут решил шикануть. Взял себе со свининкой на 160 гульнуть. Там жареное фритё из свинины. Да? Там, короче, вот сегодня гуляем, бухаем. Ну, короче, как всегда. А то мы что-то в последнее время очень много пропустили. Вот что тоже на помойке. Да. Это кафе. Это кафе. Это даже не кафе, а ресторан японской кухни.
Да. Вот очень, кстати, хороший здесь ноги. С видом на море. С видом на море. Только там чернота. Кстати, вот как хорошо, что на самом деле у нас не было прямого вида, потому что реально вот ничего не видно. Ну да, вот видите море. Да. Это прямой вид из... Да, прямой вид на море. Днем, да, конечно, хорошо видно. Бана. Но вот я рада, что у нас боковой, то есть видно и город, и море. Значит, они все, что надо. Не доели, убежали. Давай сюда, лапшишку. Тяни-тяни, давай, да я доем. Ну, мне же кости дали вчера. Я ее закрыла. Что, давай, пока она холодная. Холодная кружка. Давай, по бокальчику, по это. Аккуратно. Оп. Разливное. Хорошая. Чем тут? Японская Асахи. 100 бат. Ну, правда, кружечка маленькая. То есть 0,33, скорее всего. Нет. 400. 400? Они идут 450 и 0,33, по-моему. Mm-hmm. Это 450. Все равно неплохо. Так, за пипом, за пипом. Ла-лай-ла-ла. А муж не... Давай. Не пошел за пивом, за пивом, за пивом. Ла-ла-ла-ла-ла. Он говорит, карри вообще нету. Ну, карри нет. То есть получается, нет. Он говорит, нет, что вот этого где-то нету, поэтому они не могут сделать. А, в смысле, само карри не готово, да? То есть поэтому у них вся вот эта страница полетела. Да, да. То есть, в принципе, курица жареная-то у них есть, но... Но без карри. Обидно. Прокодилин, я бы я сюда пришла чисто из-за карри. Что за фигня? Что раз пришли, что, просто так пить? Аж перекусить, пожрать. Закусом-то надо, а то я сейчас буду давать наш. Взяли, блин, с сахаром. Вы знаете, каждый раз приходишь, вот, хочешь снять хороший, спокойный, веселый ролик. И каждый раз, что тут такое происходит? Вот каждый раз, вот, Вова, что за фигня? Да. Я прям в бешенстве. Там уже стали приносить еду. Вот такая лапшичка у нас красивая, вкусная. Смотрите, вот здесь получается мяско, лапшичка, лучок, всякие тут водоросли. У меня точно такая же порция. И сейчас еще принесу добавку. У Вовки будет гёдзе, у меня рис. Сейчас ждем. Будем кушать. Ням-ням-ням. Так, ну что, вот такая приплыла наша еда. Вкусная, вкусная еда. И у нас пивко. Пивко. Скажите, и еда, да. Еда и пивко. Давай, сделаем заставку. Такая заставка. Спим. И сердце. Короче, всем приятного аппетита, кто с нами кушает. И давайте налетать. У меня рис, у Вована с этими гёдзами. Рис. Давай, за нашу, так сказать, вечер, приятной атмосфере. Чин-чин, чин-чин. Ой, вкусно, вкусно и приятно. Ручки мы обработали, чтобы были чистенькие. С пустяшечкой. Да. Не, лапша здесь очень вкусная, мне, блин, я хотела карри. Карри. Ну, блин, как так? Время еще, кстати, не поздно. Приходите завтра. Я понимаю, если бы было днем, в смысле вечером уже, под конец, а им еще работать несколько часов, они уже не дают. Хорошие люди. Готовиться. Как так? Я, можно сказать, из-за карри только что отшла. Дабы не уходить голодный. Знаете, каждый раз хочется снять какой-нибудь хороший такой выпуск, спокойный. Да. Там туда-сюда. С водорослями. И каждый раз что-нибудь такое случается. Человек, беда, огорчение. Говорик. Я расстроена. Буду я сегодня бухать. Так. О! Поближе поставь. То что-то у меня не лезет. А вообще, вот тайцы, вообще едят, они вот едят постоянно палочками, а потом вот это подпивают вот этот вот бульончик, вот так раз, и все, вот так, оба. Это музыка играет, мало. Пускай играет, жалко. Бесюсь и боюсь. Бесюсь, боюсь и бесюсь. Машины есть, и ладно, создают шум. Кстати, вот здесь, кстати, видишь, один кусочек мяса кладут. И дофига лапши туда давать. Да. Ну, вроде как вот этот рамен они сами делают. Да. Да? Да.
вкусный. А знаешь, там растягивает, там тоже там. Довольствие. А? Довольствие, да? Мне даже европейские приборы принесли, да ладно. А мне, кстати, рис, по-моему, с курочкой есть, знаешь, как? С курицей и омлетиком. И с соевым соусом. Когда они вот это все набивают в тарелочку, там раз, знаешь, красиво смотрится. И с соевым соусом. Нужно так, коричневый. Небольшая порция. По-моему, у них еще этот ромэн азава есть где-то еще. Помнишь, мы там были? Центральная, это, центральная улица, по-моему, да? Центральная улица. Там это первая они открылись. Так, простите, микрофончик перевешу, а то мне... А теперь еще и здесь. Да-да. Мне очень удобно. Вот так, вот. Вон. А то я боюсь это, что я туда куда-нибудь. А теперь-то он мне тут мешает. Вообще, не знаю, куда повесить. Чтобы не мешал. Чтобы мне не мешал, да. Вот так вот. Вот так вот, пускай меня будет висеть. Вот так вот. Первый, я второй. Просто здесь музыка играет, поэтому мы решили это все. Микрофон. Ну что, только одна палочка. Вот сидеть здесь. Одна. Они, кстати, стоят вот такие штучки. Там да, посуда. Здесь одна. Это новые принесли только что. Ну. Просто эту лапшу ложкой никак. Только раз вот на палочке, самое то. О, ешь пати, работай, бежу. Да-да-да, как всегда. Давай, за то, чтобы у нас все получалось, все было хорошо. Любые еды мелкие трудности, отсутствие определенной вкусной еды, которую ты хотел, никогда не портит тебе настроение, да? Давай. За лося. Еще сейчас бахнем, будет нормально. И пойдем в пляс. И пойдем в пляс, да. И пойдем в пляс. У нас, кстати, сегодня еще по плану это массаж. Да, ног. У нас уже размеренная жизнь. Массаж по расписанию. Пляжи всякие и там. И прочее. И прочее, все по расписанию. У нас процедура. Да? Знаешь, как приезжаешь в дом отдыха, это какой-нибудь там оздоровительный центр. Вечерняя процедура. Да. Прогулочка, питание. Видите, нервы лечим тут, тело, нервы. Вот. Врач прописал, говорит, это, употреблять по пол-литра два раза в день, утром и вечером. Тогда будешь это добрый, веселый, красивый. Но и сказал и... чего, да? Да. Мы выбрали вот такого. Ой, хорошо. Не, вкусно, конечно, он идет. А ромэнчик. Мне бульон нравится. Я не знаю, как они его делают. Он какой вкусный. У тебя бульончик с соевым соусом. Я ПЗ. А, ты уже сожрал? Это, да? А еще нет. Не, сейчас пытаюсь съесть лапшичку, а потом допить. Тут народу. Пришли, никого не было после. А еще народу понабежало. Говори, сесть. Знаете, здесь романтика такая вот. Сидишь на улице, кушаешь. Кушать нельзя, да? Угу. Если наедимся, у нас дома есть еще еда. Много вкусных. Приятно. Тут только поговорим. Мы здесь как рекламная акция сидим. Смотрите, европейцы тут едят. Да-да. Белокожие. И прочее. Здесь можно есть. Градская жизнь одобряет. Если нам за это еще платили. И хотя бы бесплатно кормили. Сейчас. Облом, везде облом. Опа. Опа. Оп.
Чего тут пытаешься? Я пытаюсь сделать красиво это, вкусненько, на ложечку. На ложечку, да? Я сразу раз и туда. А девушка, он рядом с нами сидел. А выхлебала бульон, и все. А вообще куча осталась. Иррационально. Красота. У нас почему так не готовить вкусно? Кредибель очень. Редко, кстати, встреч. Вот мы у нас на были, всем канале. Были вот всяких там ромейнах, лапшичных и так далее. Так невкусно не готовят. К сожалению. Это не соевый соус, по-моему, или соевый? Соевый соус, гляди, вот я сейчас добавил соевый соус. Ну как хочешь, бери. Это вообще моя была лапшичка. Какая? Да они одинаковые две. Нет. Лапша одинаковая, тут только дополнительная вот эта вот. У тебя гёдзы, у меня эти рисики. Там вообще любят макароны. Всякие люди хорошие едят. Знаете, Вован может петь песню «Люблю я макароны». И колбаски, и сосиски, и прочее, и прочую еду. Да-да-да. Что-то в этом роде. И колбаски, и сосиски, и прочую еду. Что, осталось гёдзу съесть? Угу. Идти пешком до массажки? Ну, в ту сторону. У нас план такой. Мешал туда, там обратно. Пешком. Да. До массажки. У нас это, сегодня прогулка. Нам нужно пройти там сколько? 10 тысяч шагов. Ага. Ну, чтобы похудеть. Чтобы, да, похудеть, да. Мы, знаете, мы худеем правильно. Мы сначала живем, потом худеем. Худейте правильно вместе с нами. 100% способ похудеть. Ням-ням-ням. Видимо, вот чтобы стать такими же красивыми, уверенными в себе, стройными, стильными, стройными, нужно жить как мы. Я говорю, давай. За нас красивых, за нас счастливых, за них несчастных. Уже постоянно. Мне женщина пишет: ой, вы знаете, сколько вы съели? У вас вот только тут, там 700 калорий, там туда-сюда. Там это, я говорю, господи, как вы надоели. Вот вам не скучно самой? Я потратила тысячу с лишним, да? Вам не скучно вы каждый день считать эти калории? Да. Бедный вы человек. Даже врач так говорил, что не нужно считать. Я вообще не считаю эти калории. И счастливо живу. Уже должен выработаться так, это рефлекс, что ты уже на автомате. Знаешь, сколько можно? Тебе можно? Да. Сожрать. И что самое главное, чего именно? А потом, знаешь, а потом наступать. Ой, у меня 5 килограммов перед летом и прочим. А все почему? Пироженку съела. То есть она всю жизнь питалась, когда там птичка, а потом пироженку съела. Да, да. Ну что? Я вообще. А я вот не считаю. Вообще пофигу. Ой. Рам. У меня есть любимый муж. Я езжу в путешествие. У меня есть дома машина, квартира, все, что хочешь есть. Я не считаю калорий. Мужики-то меня любят. Ой, вы бы знали, какие мне там признания. Мне вчера, кстати, один пишет: готов на кастинг. Я просто удалила, я даже не стала писать. Я знаю, то ли шутка, то ли чего. Но опять же, мужики пишут. Говорю, давай это, Вована свою бросай. Вы мне, типа, очень нравитесь. Даже лучше собаки. Куда я его дену? Да, руки. Он мне, видите, деньги экономит. Советская власть. Он не только их тратит и зарабатывает. Он мне еще деньги экономит. О, я бы уже давно... Кто-то орет, что я не зарабатываю. Экономить – это сродни зарабатыванию. Вот так вот. У меня вообще молодец. Не, вкусно, конечно, лапша. И по традиции
как это, сколько и по традиции. А... Что-то он пропал. Не, он не пропал, он в Инстаграме. Он все там. С Ютуба ушел? Не, он, по-моему, где-то что-то выпускает. Ну, нет, такой контент пограничный, его там часто блокируют. И вот опять же человек, ты представляешь? Я уж не знаю, живет ли он чисто на донаты, либо что, если он чисто на донаты, я просто перед ним преклоняюсь. Это да. Как так можно? Почему нет? Людей, вот чтобы столько лет тебе столько донатили для того, чтобы ты мог путешествовать за границей еще и с девушкой. Нет, жить, да. Представляешь? Вообще, это прям капец. Он, по-моему, как-то рассказывал в каком-то виде, что он срочил визу в какой-то стране. Это еле выехал оттуда. Да. У него кончилась виза, и он на следующий день решил полететь оттуда. Вот так тебя должны любить люди, представляете? Чтобы чисто на донаты, даже не на просмотр. На донаты. А меня тоже любят. Знаете почему? Потому что мне не нужно что-то вымучивать для себя, что-то там, знаете, какие-то там хайповые ролики делать и так далее. Я села, поела, у меня будут просмотры. А вот сколько хочу заработать, столько я и зарабатываю. Столько и ем, да? Да. Сколько съем, столько заработаю. Поэтому я калории не считаю, что, деньги план не считаю. У нас тук-тук с ветерком и пешком. О, попробуй туда. Прикольный. Я знаю. Он с мяском. На автозбал. Рис. Короче, за счастливую жизнь. За счастливую жизнь без подсчета калорий. За уверенность в себе и самореализацию. Всем счастья. Огромная красота. Открытая кухня. Все делают. Только жалко, что у них все не коренят, да? Да, да. В общем, счет у нас получился на 505 баллов. Недорого и сердито. Вот такая вот ромена зава. Здесь у нас кондиционеры работают, а там у нас на улице. Приходите. Вот такое заведение. А мы всех любим, целуем. И в следующих выпусках приходите. Здесь очень вкусный роман. И когда бывает, вкусный карри. А мы и сосиски. Пока-пока.